Американские курсанты посетили посольство Казахстана в США. Кадеты военно-морской академии штата Мэриленд изъявили желание познакомиться с нашей страной и специально приехали в диппредставительство. Среди будущих военных есть и наши соотечественники. В посольстве Казахстана в Вашингтоне день открытых дверей. Дипломатическое представительство, где обычно собирается политическая элита, принимает особенных гостей. 60 кадетов военно-морской академии в Анаполисе хотят поближе познакомиться с нашей страной. Вот мероприятия, подобные, которые мы провели сегодня, они призваны дать возможность американским гражданам поближе познакомиться с Казахстаном, с его историей, культурой, политическими, экономическими приоритетами. Курсанты военно-морской академии «Анаполис» — это не просто курсанты, будем говорить, а это будущие лидеры не только в военной сфере, а также в сфере политики, дипломатии, в сфере бизнеса. Поэтому, я думаю, такие мероприятия будут полезны. Военно-морская академия в Анаполисе имеет 170-летнюю историю. Это одно из самых престижных заведений США. Среди выпускников академии 39-й президент США Джимми Картер, отец атомного флота Хайман Риковер, нынешний сенатор Джон Маккейн. Сотрудники посольства рассказали гостям о внешней политике, экономике, а также военном потенциале Казахстана. Будущие офицеры интересовались Евразийским экономическим союзом, Байконуром и программой ядерного разоружения. Сегодня мы ели еду Казахстана, и мы выучили много о культуре Казахстана. И мне было очень интересно много интересных вещей в культуре Казахстана. В академии учатся около 4500 курсантов, из них 20% девушки. Поступить в это заведение могут только лучшие из лучших. Каждый абитуриент должен предоставить рекомендацию Конгресса. Иностранцам выделяют всего 4 места. Если раньше в академии учился только один казахстанец, то сейчас здесь получают образование сразу 3 ребят из Казахстана. Я учусь на 2-м курсе военно-морской академии США в городе Анаполис. Мой выбранный предмет – количественная экономика. Со мной еще учатся 3 курсанта с Казахстана. Я вот на 2-м курсе, еще один Данияр на 1-м курсе и Батырбек на 3-м курсе. Я хочу стать морским пехотинцем, прослужить по контракту 10 лет своей родине. А самое главное, моя мечта – это стать генералом или адмиралом. Казахстанские студенты очень способные и любознательные. Мы с ними крепко дружим. Теперь я узнала, какая у вас страна. Юные моряки познакомились также с традициями и обычаями казахского народа. Их впечатлило то, как казахстанцы по-особенному относятся к лошадям и прославляют своих батыров. Салам, Казахстан! В посольстве Казахстана такое событие проходит впервые. Дипломаты уверены, что подобные встречи станут доброй традицией и охотно готовы знакомить американцев с культурой нашей страны. Мадина Алданова, Жигер Сарсен, Анар Гариб, Вашингтон.